сложная ситуация с нашими офисами после выборов в 2006 году. Были взломаны двери на офисе, так само забрана вся техника. Вот. Ну, але давно не было такой пильной уваги, что это ось, за долгий час упрошенил. Добрый день, дякую вам, великим. Ну, мы, можно сказать, еще тут, можно... Мы с декорацией до народного альбома решили. Ну, маленькую экскурсию нам проводят представники Белсату. Барная стойка с крашмэй, так само с альбома. З народнага альбома, на ёй менавіта Александр Памідораў гатаваў і наліваў пачастункі для тых, хто спяваў у народным альбоме, хто выконваў там кампазіцыі. Гэта адзін з апошніх праектаў, які шырока таксама пракаціўся па краіне, ну, у Менску, але шырока быў асвятляльны. Ось, ну, у любым выпадку праца телеканал Белсат далей будзе працаваць. Я не думаю, што нават глядач заўважыць нейкія змены ў якасці ці форме ось прадукцыі телеканала Белсат. Так, мы таксама спадзяемся, што гэтыя прыкладныя падзеі не адаб'юцца на вашай працы і ўвогуле тут праца ў гэтай офісе таксама узнавіцца. Свобода вела прямой репортаж с офису Белсата, где сегодня отбылся перетрус. Сынки Белсата докладно еще не ведут, кто его робил. Те, кто были следующие со следующего комитета, те, кто были сынки прокуратуры. Но под час этого перетруса были отобраны два компьютера. И при этом не покинута никакая папера, никакие документы, которые свечу в межах чего непосредственно отбывались эти следующие деяния. Мы протягиваем сочить за подеями вокруг Белсату. Алексей Владимирович, Радио Свобода.